Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек, и сегодня посмотрим на такую проблему, что когда у вас окошко убежало вот так куда-то за экран, его может совсем не видно быть, и как же его нам открыть? В общем, для начала нам его, конечно, надо выбрать. Так, например, Alt-табом мы можем выбрать, да, то есть нажимаем Alt и Tab, и до тех пор, пока у нас окно, например, не выберется. Дальше что нам надо сделать? Нажать Alt и пробел одновременно. И вот что у нас происходит. Так, давайте еще раз. Я вот держу одну кнопку и нажимаю пробел. Вот. То есть выскакивает у нас вот такая менюшка, где уже можно нажать развернуть. То есть бывает реально вот неудобно. Экран может куда-то убежать. Ну вот я в видосе тоже посмотрел, люди как делают. И примерно так это и работает. В общем, вот таким образом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся. Пока-пока.